Всем здорово, соучастники. Отдельный респект, кто здоровается в ответ. Сегодня у нас интересная кладовка. Так, или посмотрим сначала фотографии. Какие-то комоды, какие-то коробки, но здесь что-то в обрешетке. Доска для серфинга. Видно, что с этой стороны такой темной части не хватает, вроде как поломано, но Евгений сказал, может, так и надо. Не знаю, посмотрим. Какой-то покрашенный деревянный стол, но интересно, что в обрешетке. Может быть, какие-то скульптуры. И победная ставка на этот аукцион была $610. В общем, думаю, будет интересно. Давайте. И что видно? Стаканчики. Обрешетка в обрешетке. А в обрешетке манекен. Это дорогие манекены могут быть. Ну и вообще, в обрешетку дешевые вещи не засовывают, поэтому я надеюсь. Документы, документы. Гуччи. Что Гуччи? От Гуччи остался только чек. $190 за что-то. А эта доска поломана, да. Евгений говорит, а может так и надо? Нет, она все-таки, я думаю, отломана. Так, а с этой стороны что такое? Это кресла такие? Ничего себе. А стол? А стол тоже металлический. На фотографии был как будто деревянный, а на самом деле... А здесь есть даже какая-то наклейка. Не наклейка, а набивка. То есть это могут быть дорогие дизайнерские вещи. Один стол и три стульчика. Я думаю, что это сразу отобьет все потраченные деньги. В общем, да, похоже, будет интересно. Коробочка. Тяжеленькая. Chiefs Foundry. Это, может, фондю? Не знаю. Керамическая какая-то посуда. Классно мясо жарить или рыбу. Получается с полосочками, с такими. Точно как на гриле получается. Что-то выпало. И вкусно. Жир стекает вниз. И за счет того, что жир начинает выгорать, пропитывается мясо. Очень вкусненько. Так, а здесь... А, тоже Chef's Foundry. 4 коробки и 1 сковородка. А это такие наборы сковородок. И были они в продаже по 420, а сейчас по 200. А значит, что продать быстро их можно от 50 до 100. 4 по 50 – $200. Тяжеленький комод. Но пустой. Но хороший комод, у него основание. Ну, то есть такой, а-ля дизайнерский. Здесь... О, здесь бумага. Теперь мы бумагой обеспечены на ближайшие... Не знаю сколько. Год, наверное. Может, еще и останется. Digital Check. Эта машина чеки выдает, что она делает. Нет, она их сканирует, чтобы можно было сохранить на компьютере. И новые от KF проданных 270, 360, бушные 140. А в таком состоянии может быть долларов 50. А, вот еще один стол. А за ним Miami Dolphins, я вижу. Какая-то коллекционная вещь с подписями. Ну, очень интересно. Осторожно. Но прикольно. Сделано, видимо, вот как из старых заборов, дорожных знаков или чего-то подобного. То есть не использовали новые материалы, а брали старые металлические вещи и из них уже творили. Классная затея, кстати. Это аутентично, оригинально сделано Аарон Джексон. Так, посмотрим, что здесь. Так, стаканчики под кофе пригодятся. Непонятная штука вот эта. Что это такое? Это живот на липучке. Прикол. А зачем? Шлейки, все дела. У меня есть одна теория. Когда жена беременна, чтобы муж почувствовал себя в ее состоянии, доктора рекомендуют одевать такие пояса с такими тяжелыми животами и поносить некоторое время. И тогда отношение мужа к капризам беременной жены становятся немножко другие. Ну типа, хочу клубнику в 4 утра. Одел живот и погнал в магазин. Вот такой. Да, действительно, существуют такие накладные животы, такой симулятор беременности. Они выглядят больше как жилеты, мы такие продавали ранее, и они дают понять будущим отцам, каково их женам в этот период. И эта штука не дешевая. Вот такие новые жилеты 780, здесь почти 900, а вот 820. Мы бушные продавали по 250. Но эти мелкие силиконовые, это что-то попроще. А ну, надо примерить. И застегивается сзади, да? О, пойдет. Пивной животик. Здрасте. А еще одна версия, такой животик надо одевать, когда покупаешь вещи, ну, чтобы они зазря потом не пропадали, на вырост брать. Когда планируешь забросить спорт, уйти на самоизоляцию, все, при выходе самоизоляции будет в самый раз. Поэтому, о, дорожные знаки. Ну, в общем, парковка по разрешению. Все остальные машины будут эвакуированы за счет хозяина. То есть, мало того, что у него машину заберут, он потом еще за это и заплатит. Надо себе где-то повесить на входе. Ой, что за коробочки? Пусто. Зато очки рыбанчики. Образцы тканей. Может, какое-то ателье было, может, еще что-нибудь. Тяжелый. О, нам как раз свадебное платье надо продавать. Теперь мы знаем, куда их цеплять. А, вот еще один манекен. Я думаю, что этот дешевле. Этот стоит на ножке, а этот подвесной. Ну, видите, здесь магия. Ничего нет. На этот одежда одевается сверху, а на этот снизу. Но он тяжелый очень. Наверное, мы завтра утром приедем с Евгением и вместе его вытащим. Потому что один сейчас я его завалю, и будет жалко разбитый манекен. Точнее, будет жалко, что манекен разбитый. Вот так вот. А здесь что? Металлическое?
Руки за голову, лицом вниз. Не-не, все, вставай. Сейчас надо ее вытащить, спасти. Блин, какая она тяжелая. Ёхан-друх. Вот такая русалка. Металлическая, но с повреждениями. Не знаю, сколько стоит. В таком состоянии может быть долларов 200-250. А было бы в хорошем 500-600. И вот в подобном размере стоят по 675. Давайте это оценим по минимуму в 150 долларов. Залез на самый верх. Я хочу картину там достать. Вот это вот. Майамские дельфины стоит. Хочу. Так, здесь кресло, да? А, нет. А... Ой, iMac. Точно. iMac. Как его вытащить? Ого. Тяжеленький. Я сейчас вместе с ним полечу. Я вот на жердочке на этой стою. iMac с простыней достал. Вот это находка. Вот это я понимаю. Не все могут устоять, согласен. У самого чуть ноги не подкосились. Увидеть такое красиво. Евгений обрадуется. А то он с блокнотиками, с ручкой уже, говорит, замучился. Miami Dolphins с подписями. 72-й год. Что еще есть? Тихо. Да, была не очень идея, согласен. Винтаж. Классные фотографии. Залитые эпоксидной смолой. Красиво очень. Завтра переберем. Тяжелая? Тяжелая. Может, здесь замазать пластилином каким-то? Ну, и закрасить. Угу. Пошли компьютер проверим. Но он долго лежал, поэтому дай ему загрузиться. Непонятные руки, непонятные люди. Паспорт. Есть человек, который снимет пароль. А как ты пароль подобрал? Не знаю. В общем, как ты подобрал пароль, мы это вырежем, хорошо? О, личные фотографии. Ага. Это надо удалить. Я тебе говорю, это надо удалить. Хорошо. Сколько стоит? Я казалось, что это старая модель, и в проданных 90, 100, может быть, 120 долларов. Не так дорого, но полностью рабочий компьютер. iMac стоит 100 долларов. Вот так вот. Что за ложка? Серебряная? Да, Джордж Дженсен. Скандинавия. 120 долларов за ложку? Да. Ну, я поставил 250. 250 даже лучше, чем 120. А в проданных ложка и вилка 350, да? Дорогие приборы, слушай. И вот так некоторые вещи долгое время лежат в коробках, и руки до них не доходят. Вот лежит себе по коробочкам такое стекло. Я забирал этот юнит, наверное, год назад. Это лолик. Вот раз лолик, вот лолик и вот лолик. Единственное, что этот был треснутый, его клеили. Но такое состояние не очень. И здесь еще скол. Это вынимается под размер разных свечей. И здесь тоже есть скол. Ну, это точно было. А вот было ли это? Надеюсь, что да. А может, где-то здесь покоцалось, не знаю. Ну, в общем, вот такая вот находочка неожиданно напоминает то, когда при наступлении холодов достаете зимнюю курточку со шкафчика, и там в кармане соточка. Вот это приятно. Ладно, надо отнести Евгению, пусть выставит на продажу. Я вспомнил, я нашел их там, где Фаберже было. Короче, вот такие мы безответственные. Я думаю, что у нас много всяких коробочек стоит на складе типа золотой антилопы. Ну, их надо потрусить, и оттуда всякого дорогого посыпется. Сколько это стоит, я уже не помню. И в проданных такая банда пацанов 400, а где-то 500 и даже 550. А подсвечники 670 за пару, а есть за 1200 или 300 долларов за штуку. По поводу клееного пока не уверен, там есть нюансы. И, в общем, вот эта вот часть снимается. Ну, помните, да? Для размера под разные свечи. Я давай поднимать, чтобы нести в отсек для фотографирования. Короче, и оно разъединилось. Это все сопровождалось, конечно, нецензурной лексикой. В момент, как ты думаешь, можно починить? Смотри, как новое. А, и здесь уже отбито, и здесь отбито. Безответственные, а еще и какие? Ну, в общем, руки откуда растут, понятно. А могла из рук выпасть целая? Вот это. Но знаешь, я могу тебе сказать, что я часто ловлю себе на мысли, что если бы на этом складе был начальник, а мы бы на него работали, то нас бы давно уже уволили. Сказали бы нам: слышите вы, Бивис и Батхит, идите вы свободны, идите на волю. За двери, на улицу, в свою среду, в свою стихию. Так, приехали на второй день. Это для манекена взяли, тележку. Два манекена. Один ниже, другой выше. Поэтому нам теперь нет необходимости проводить кастинги, не мучить девчонок в очереди. Себе время сэкономим. Будем использовать манекены для фотосессий, для продажи платьев. Вот такой план. Не-не-не. Почему? Не, манекены это не то. Все-таки надо кастинг проводить? Да. То есть твоя цель кастинг девчонок проводить ради того, чтобы только продать подороже платье? Да. Не-не, красивые живые люди куда лучше. Красивые живые люди. Ну ладно. Так а что модного говорит модная обувь? Fiorangelo. Made in Italy. Ага. И новая, кстати. Вот в продаже бушные 170, новые 300 и даже 600. Но эти продать реально долларов за 50. Miami Memories.
А здесь Шанель. Шанель и ее мир. Вот, и сигареты на обложке. Может, тогда было хорошо, сейчас. А такая бушная книга в проданных $30. Мне кажется, что Евгений даже немножко расстроился, что мы нашли манекены. Он уже распланировал кастинги, все дела. Он в идеальном состоянии. Нью-Йорк Сити, Вольф Форм Компани. Модель форм. Какие карточки винтажные? А ну покажи. Топс. А какой год? 97-й. Были бы 50-е, было хорошо. Но все равно пересмотрим. Большинство карточек ничего не стоит. Мы вот такие упаковки продаем по $10. Но бывает, что попадется одна на 1000, которая будет стоить mucho money. Написано модель 2018, а размер 36. Дизайн обуви. Аллигатор, олень, овца, бык, змея, скат. Инструменты какие надо, в общем, все здесь. Да, вот так пришел на производство, говоришь, а где у вас тут металлолом? Насобирал, сделал столик и продал за 1000 набор. Ну, еще стулья еще. Так, где-то я тебе вчера тут нашел сувенир. Вот он, смотри. Это сиська. Нет, это живот. Я думал, сиська. Живот, надо сиську. Идем. Теперь я чувствую, что беременный чувствует. Ты чувствуешь, что чувствуют, которые пьют много пива. От пива не полнеет, полнеет от этих снеков, которыми заедают пивасик. Бутербродики с колбаской. Ну ничего, тебе идет. Не, слушай, тогда у меня зеркальная болезнь будет. А эти силиконовые животики как раз используют для пошива одежды, либо для съемок в кино. Продаются по 150, по 200, но реально продать за 50. А у меня здесь много резинки. Можно рогаток наделать, представляешь? Целую армию вооружить. Да ладно. Угу. Чуть-чуть бы раньше их покупали на маски, для масок. Для масок? Маски-то еще делают. Это стол. Стол огонь. Надо посмотреть, кем он расписан. Может, какой-то известный автор. Ножки для телевизора нашли внутри. Ножки для телевизора продаются лучше, чем сами телевизоры. Выставляем на продажу, в этот же день уходит. В районе $25-30 продаются. Вообще в лед. Хорошая лампа, сюда можно чего-то насыпать. Вот так она выкручивается. Банка-лампа. О, классный зонт, прозрачный. Будешь как Мэри Поппинс, а ну. Прячься за зонтиком. Китайский зонт. Класс. И не видно тебя. А у меня еще одна коробка резинок. Сюда. Ого, вот что ты нашел. Я думаю, стоит, смеется. Есть запечатанные. Текила. Cherry Flower Vodka. А есть вот такая текила. Пахнет водкой. Здесь тоже почти пусто. Дизайнеры, понимаешь? Ну да, творческие люди. Да. Ведро для льда. Тут прям можете капучино. Вот грипс. Угу, лимончиком. Ну хочешь мучи, я за рулем. Нет. Кокосовый коттон. Ну-ка. Угу, кокосиком пахнет. 23 года выдержки, понимаешь, и ее ставили вот так. Да? Угу. Вот это хороший, да, Камарена. Надо себе в холодильничек поставить. Это же компания. Модель 2018, размер 8. У меня вообще такое ощущение, что они новые. Не, колесики юзанные, хотя здесь все запаковано. Достаточно свежие манекены, можно сказать, что почти новые. Вот манекен 89 года, $300. Такой 500, 600, 800, 700. А здесь без накладных животиков, сразу беременный манекен. Такие по 1000. Есть даже за 1700, но это 48 года, совсем такой старенький. И вот такие более старые модели были проданы по 350. А такой с более выраженной фигурой за 1100. Давайте этих два оценим в $700. Картридж. Новые. Картина с серфингом. Surf Cape May. Что это значит? Не знаю. О, красиво. Рыба-молот. Есть повреждения. Ладно. Будем ставить ее вот этой стороной. Пойдет. О, все, вот это было. Вообще зачет. У меня ванилка. Пахнет Рождеством. Будет теперь аромат Рождества кружить на складе. Вот так вот. Кружить, не переставая. Ткани, ленты. Ух ты. А ну стой. Да так и должно быть, я тебе говорю. Посмотри, да, на меня. Нет. Вот. Это глаза. Надо глаза прорезать и все. Такое ощущение, что его бетоном залили изнутри. То есть ты думаешь, дешевый комод просто поставили на металлическую основу и типа красиво. Еще один живот. Или это кепчик? Как ты думаешь, что это? Не, это живот. Не похоже, да. Похоже на живот. Чуть-чуть вывезли. Стол. А вот и стулья. Серьезно, у меня такое ощущение, что это заправок шили. Ну, в смысле, шили, изготавливали. Похоже на заправку Texaco. Удобно, кстати. Удобно? Видишь, пошлифовали, чтобы кожу не рвало, когда сидишь. Заусенцы поубирали. Все красиво и гладко.
Два отодвигать столешницы. И посмотрите, что здесь стоит. Volkswagen. Это же Volkswagen? Да. Да? Я думаю, что это такая скульптура. И должна быть не дешевая. Сейчас мы ее вытащим. Ну, красиво. Серфинг, отдых, пляж, солнце, море, кастинги. В общем, красиво все, видишь, так как ты любишь. И что мы имеем? Такие ножки. Cut loose. Что такое cut loose? Не знаю, да. Ладно. Понятно, если бы ты знал английский, ты бы не ковырялся в чужих вещах, правильно? Ты бы выучился и получил нормальную работу. Тебе нравится стол? Угу. Хочешь себе? Тот уберем, а этот поставишь. Компьютер наверху сидел. Неудобно? Так. Блин, что-то уронил. И четвертый стол. Total. Сейчас мы его сразу и пофоткаем, и сразу выставим на продажу. Очень оригинально смотрится, прямо очень. Достойный комплект выставки современного искусства. Вот там, где наляпано за картину 50 тысяч долларов. Отлично там будет смотреться. Просто отлично. И вот такой Volkswagen. Тоже есть эмблема. Доска. Почему доска поломана, как думаешь? Ее как взяли и срезали. Смотрелось так, как будто она из дерева. Оказывается, это просто шпон снаружи, а внутри пенопласт. А, и судя вот по этим отверстиям, раз, два и три, и судя по тому, какие они глубокие, скорее всего, что из стены торчало три стержня таких. И вот эта доска использовалась как полка. Ну, либо просто для красоты висела где-то на высоте. Красота на высоте. Очень красиво. Michael Dolce Design. И на официальном сайте такая доска стоит от 600 до 800 долларов. Можно ли продать часть доски? Ну, может, тоже как декор на стену. Слушай, может, тебе подцепим? Сделаем какие-то крепежи на стену и все. Одеваем на стену и будет красиво. 22 из 250. У нас, кстати, есть моноколесо и телефон. Так это про нас. У меня даже есть красный галстук. Вот, видишь? Обезьяна с телефоном. Вот такая девчонка с доской для серфинга. Ну и Miami Dolphins. 72 год, Super Bowl Champions. То есть это когда второй раз они стали чемпионами. И подписи. Вот майамские дельфины 72 год, но только с одной подписью. 50 долларов. Вот подписанный шлем 370, 800, 1000. А есть за 2500 и за 3500 долларов. Поэтому будем выставлять дорого, но я думаю, что от 200 долларов и выше. Так, давай, ух ты, посмотри. Volkswagen и доски для серфинга. Вообще. Тоже сейчас мы его пофотографируем и сразу выставим. Я думаю, что можно в районе 2000 ставить смело за ней. Вот такой план. Тем более она ездит. Видишь, ты толкнул, она покатилась. Кинетическая энергия перешла в какую? Как там? Если бы ты хорошо учился, ты бы не разгребал чужие шмотки. Вытащил на фотосессию, давай тянуть. Оно? Крышка? А, пусто. Это холодильник, наверное? Холодильник? Ну, набросал ледика, положил бутылочки. И там слив. А еще здесь сухая ящерица. Она впитала всю влагу, видишь, как она? Специально такие штучки, мешочки. Это не слив и не холодильник. Может, это место для зонтика? Я там дырки не вижу. То есть там не сквозное отверстие. И в интернете достаточно много работ из металлолома этой компании. Есть в продаже и такие же автобусы. Но план продать его за 2000 провалился, потому что в продаже они стоят по 800 долларов. 22 человека отслеживает. А значит, цена ему где-то 500-600. Здесь они 1900 долларов. И по задумке это все-таки холодильник для разных напитков. Давайте оценим в 500 долларов. Для нас это вообще идеальная мебель, потому что так как мы доставляем, обычно если оно даже поцарапается, побьется, то этого никто не заметит. Это будет просто часть дизайна, и все. Что касается мебели, то в продаже вот есть стульчики повыше, которые стоят по 570 долларов за штуку. Либо столик с двумя стульчиками за 800. А в проданных есть даже отдельно столик, который стоил 125. Поэтому столик и 4 стульчика я бы оценил от 600 до 1000 долларов. И пусть металл будет ключевое слово сегодня. И вообще, скульптуры из металлолома — это очень классная идея. Вот такой робот, сваренный из труб и баллона, был продан за 160 долларов. А вот такой робот был продан за 550. А если вы уже известный скульптор, то вы можете из запчастей собрать такую картину, кусок капота и подобный металлолом. И стоит это искусство на продаже за 200 тысяч долларов. Автор Джон Чамберлейн. Если вы думаете, что это дорого, то могу сказать, что не очень. Вот в проданных много работ этого автора. 180 тысяч, 260 тысяч. Вот такие куски металла. 440 тысяч, 550, 620, 800 тысяч долларов и без малого 1 миллион долларов. Вот такая композиция, за которую заплатили почти миллион долларов. А вот эти крылья и капоты стоили 800 тысяч. Поэтому если умеете обращаться с металлами, руки растут из правильного места, отличная идея для творчества. И впоследствии для заработка. Вот такая идея. А это победители этого выпуска с комментариями, в которых есть ключевые слова. Пришлите мне на почту номер вашего кабинета, сайта USA на диване, это сервис отправок по ссылке из США, и они отправят вам ништяки в виде автомобильных номеров США. Всем огромное спасибо за просмотр, я всем желаю крепчайшего здоровья, берегите себя. Всем пока.